Всем привет, с вами Коктер, и я продолжаю играть в Genshin Impact. Достаточно годная игра. Точнее сказать, очень годная игра. Много летсплеев по ней уже было. В предыдущей серии мы, кстати, добрались до города, встретили Эмбер. Нового персонажа, которого получили в пати. И также встретили Паймон. Нормально. にぎわってるんだけど、最近はフーマリューのせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる? Да я угадаю, это таверна какого-нибудь еще одного персонажа. Ну ладно. Нам вообще нужно добраться до верха. Либо сверху. Так, еще один телепорт. Хорошо, что они на карте отображаются. Да-да, но мне это сейчас не нужно. А сейчас вопрос. По стене или по ступенькам? Ну, нас научили по стене лазить, так что погнали. Да. Почти. Еще немного и упали бы. Я знаю, блин. Я это уже понял. Чтобы открыть карту, нажмите. Ну, нажал. Выбрал. Точки телепортации. Так тебе лучше? Ну, наконец-то исчезло. Давай. Все, выбрался. Ох, это, блин. Мне с неперекачанным персонажем сложнее. Хотя это в принципе логично. Ладно, еще долго. Сколько там? Еще 27 метров. При том, что это выше. Телепорт. А, ну тогда все ясно. Так, ну вот мы и на вершине. 60 метров еще осталось. И что, мы сейчас будем прыгать? Ну, прикольно получится. Надеюсь. О, спасибо. Парик. Да. А, то есть я бета-тестер. Хотя нет, вряд ли. Она сейчас сказала, ветер это сердце Монштада. То есть, если будет, как бы сказать, торнадо, то это получается сердце под адреналином или... Хотя... А зачем вообще? В чем смысл? Да, сказала что-то. Полетели. Сейчас эта песня I Believe I Can Fly. Ну, короче, думаю, многие знают этот прикол. Да, мы успешно долетели. О, плюс левел, спасибо. Сейчас дракон появится. Чекайте. Да, эпично. Что-что, дракон прилетел. Да, эта сцена, найс. Камера. Найс. Ракурс отличный. 5 минут полет нормальный у дракона. Ну а что, прикольно получается. Да-да-да-да, еще. Все, добавили адреналина, так сказать. И мы улетели. Ну, еле увернулись.
Так, что сейчас будет? Что же сейчас будет? Пойман самый лучший компаньон. Да. Это и так все знают. Ну, большинство. Наверное. Ну да. Да ну, сейчас стрелять будем? Это чё, блин, за самолеты? Блин. Это сложно прицеливаться, если тут. Да. Кстати, кажется, что мы не над Марстадом, а где-то намного выше. Да давай, блин. Знаешь, угол 90 градусов, понимаю. Ну, еле-еле. Вертикальный взлет прошел. Персонажу вообще там нормально дышать, а? На такой-то высоте. Наверное, ему нормально там дышать. Хотя... Он же, типа, он не может немного управлять воздухом. Да все нормально. О, пафосно, пафосно. Кёрюто татакаэру ходоно чикара о мотте иру то ва вареваре но кякжин то нару ка, соре томо аратана араши то нару ка. Ха-ха, догадайся. Фума рю га чоунай осотэру. А, его зовут Кея? Здрасте. Мате, Амба. Мита кото най яц га ирун да га. О, со датта. Кочира ва Гайя сэнпай. Ваташ тачи но кихэй тайчоу нано. Коно хито ва, тоуи токоро кара кита табибито сан. Тоуи тте кото шика вакаранай но ка. Кото но кэй ва... Да, ты прям в душу хочешь посмотреть. Наруходо. Мондоэ ёкосо. Шикаши, конна сайяк на тайминг де кру то ва цуйте най на. В точку. Не самое лучшее время для туриста. Кецэнша то ханаре банаре ни нару цурай кимочи га на. Соре кара. Ну да, тебе краски, понятно. Даре ни демо иитак най химитс ва ару. Омае мо соно кучи даро? Ха-ха-ха. И это только начало. Да, вот с наградами говорить, где-то он выглядит, типа... Где награда? Понял. Гардероб. И там можно будет открывать только... Точнее, менять только планеры. Костюмчики в Genshin Impact еще не завезли, походу. Угу. Даже музыка в игре сейчас такая, типа... Атмосферная. Поняли? Еще один артефакт. А, ладно. Также история персонажа, но это вряд ли кому-то нужно. А, точно. Гардероб. Повышение уровня. Да, на максимум уже повышу. 15 уровень. Ух. Так, что же там у нас в гардероб? А, то есть еще такой есть планер. Ладно, сменим на это. Ну, хотя бы не серое. Что Board of Avonius? За Орду? Блин. Там, походу, тоже что-то интересное будет. Где Красный Луч?
Да и на горе, скорее всего, также интересно будет. Чё? А, точно. Там же наверху было, да, это сооружение. Новое письмо. 20 примагиум. Спасибо. Да, пойдем.14:30。ジム、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。あったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。 Что-то сейчас будет. ここまでの経緯はこんな感じだ。 Странно, да? なるほど。 モンドへようこそ。 風と共に訪れし旅人よ。 Обычное везение. 私は代理団長のジン。 こちらはリサ。 騎士団の図書館司書だ。 あら。 Библиотекарь? 人手不足を手伝いに来たよいこちゃんかしら? かわいいわね。 ただ、 タイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと血脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いとは最悪の状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ 尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが。だだ、いや、ビデオ。モンドにとどまっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に。 災いを終結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところモンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうちこの三つだ。 3つだけの理由については、みんなも分かっていると思うが、分からないんだけど。 Да, лучше потом. セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に、神殿の遺跡へと向かおう。 Магазин. Окей. Молитва. Понял. Гача, да? Короче, еще будем персонажей выбивать. Оу. Сразу две персонажа? Круто. Круто, круто, круто. Найс, найс. Тарталья. Так, пока что к этому... Ладно. Это пока что не нужно. Сейчас нужно со всеми поговорить, да? Ну тогда я пойду. Сколько, блин, этих сообщений еще будет? Корекарано волкенва.
ますます危ないかもしれないから。だってセリオ。ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。А, оружка. Найс, кроме улучшения персонажа, еще и оружие улучшать. Понимаю. Понимаю. С 1 на 15, окей. Базовая атака, 48 урона. Так, 400 метров. Может, телепорт сработает? Да, телепорт как раз таки близко. Погнали. О, так здесь еще можно будет комбо делать. Найс. Сейчас будем все взрывать. Хотя как? У нас же только воздух есть. Кстати, небо уже получше выглядит. Но в Манштате все хуже. Ну? Кокога хоки сарета сифушигу но синден но хитоцу да ё. Коно синден га хоки сарета но нан нен мо маэ де не. Мондо но хито де мо метта ни коко ни ва конай но. Дакара, нака ва кемоно я хирчаару но соукуцу ни наттеру камо сиренай не. Понял? Фума рю де сае чибун но синден о... А, джитсу ва не. Ватаси мо шокку нан да кедо. Фума рю ва кацу де... 四風守護の一つとして数えられていたの。え？この話は置いといて。どう？何か感じた？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて。竜の力が影響を及ぼしているから。понял, побежали。Так, может лучше... А, уже выходить в храм, окей. Нормальный такой эпати. Потом их всех улучшу. Сразу два перса выбить. Это капец. Хотя... Может, у кого-то получалось выбить все 10 персонажей. Ну, не все, там вроде как больше, чем 10 персонажей в самой игре. Ну, ладно. А, это получается что-то типа данжа. Нажимаем. Механика. Понял, понял. Интересно. Ждем. Так, еще с той стороны были сундуки, в которых пусто. Мясо птицы. Ладно, погнали дальше. Ауч. Спасибо. Спасибо, блин. Так, вроде бы это нужно было активировать, да? Держим подарочек. Вот это взрыв, да. Чё? Тебе мало? Досталось ему нормально. Ты, блин! Подкрался сзади. Мазуй, цинобуэ ноуто! Кито, сакки но сэнто
ничего себе, здесь вообще. В такой ситуации я оказался, чтобы приготовить секретное оружие. Да, блин. Его название — Бакдан-нинго. Держите, поиграйтесь. Надеюсь, вам понравится. Игрушка просто бомба. Понравилось? Хотите еще? Все. Погнали дальше. О, еще одна. Сейчас будем пиратить. Ну, это не совсем, потому что это типа... Хотите игрушку там? Игрушка просто бомба. Ловите. А ты... Снайпер. Давайте. Похоже, им зашло. Блин, ну ладно. Бля, ты сальтуху сделал. Сундуки залутать нужно. Просто собираю все подряд, потому что... А вдруг будет нужно, ну и так далее. Так. Угу, понятно. Значит, нужно вот так, да? Долетим же? Да, долетим. Это было легко. Я это уже сказал. Хотя ладно. Испытание завершено. Понимаю, спасибо. Спасибо. Так, а там что-то было? Угу, там ничего. Бежать еще туда. В принципе, можно. Стритский уход в храм. Не забывайте ставить лайки. Собираем лайки, выпускаем новую серию. Всем удачи, всем пока. Пока.